иду в салон красоты, Мила. Записаться хочу. У нас тут в одном соседнем доме три парикмахерские. Иду в салон Мила записаться на стрижку на субботу. Сегодня настроения уже нет. Завтра работаю. А сегодня... Всем добрый день. Сегодня у нас 1 сентября. У меня выходной. Четверг. Завтра пятница. Завтра я работаю. В субботу отдыхаю, в воскресенье работаю, в понедельник отдыхаю, работаю, учеба, работаю, ну и так далее. Так, сходила я, прогулялась, варю себе супчик, ну как бульончик, просто решила мясо отварить, будет у меня и бульончик, и мяско. Так, купила багет чесночный, зелень взяла, картошечку, молодая дмитровская картошечка с зеленью, можно багетик чесночный. Грант взяла, не было клубничного, а это ваниль. Йогурт возьму завтра на работу, манго. Клубничный еще взяла, на работу буду. Вот эти вот буду на работу брать на... Второй перекус. Так, туалетную бумагу купила. Вот такая здесь недорого. Белая White Cloud. Такая недорогая она, в общем-то. Что-то около 100 рублей. Так, лимонад давно не пила. Решила купить, попробовать. Дюшес. Не знаю, такой, не такой. В детстве у нас продавали. У нас в поселке приютовский лимонад был очень вкусный. Так, вот это мыло жидкое, грейпфрут, мне очень нравится, пахнет приятно. Это в детстве вот таким шампунем мы мылись, желтковый называется. Купила чисто из любопытства попробовать такой, не такой. Только у нас вот в детстве он продавался в таких подушечках. Одна подушечка на один раз, так сказать, помыться. Такие были... Подушечки их прям лентами продавали. То ли можно было купить, сколько тебе надо, там тебя, ну как такими лентами эти подушечки продавались. Уж не знаю, сколько там было в одной упаковке, 10 или 5, не помню. Купила для водостойкую тушь снимать, вот этот вот для снятия макияжа. И купила вот такой крем. Чистая линия, увлажняющий. В маленьком тюбике, я когда еду куда в поездке, беру маленький тюбик увлажняющего крема. Давно я купила посуду мыть, чистить раковины. В общем, 1500 потратила, на что непонятно. Так, что у нас с погодой? Обещали 12, но там все 14. Сходила, прогулялась, кстати, я. Ветерок поднялся. Так не холодно, 14 градусов почти. Но немножко ветерок. Ветер поднялся. Солнышко не видно. Тучки ходят. Такие облака ходят осенние. Солнышка почти нет. До парка я так не дошла, ребята. Сходила, прогулялась. Салон красоты записалась на субботу на стрижку, на маникюр. Потом, значит, я зашла в магазин за продуктами. Решила в парк не ходить, потому что у меня очень много дел накопилось. С утра я все перестирала, кстати, перестирала все летние платья. Белое постирала, розовое. Белую рубашку постирала, ветровку постирала летнюю. Я уж точно ее не надену. Потом, что я еще постирала? Платье с работы принесла, постирала шерстяное. Я, конечно, могу в комнате. Так, сейчас я убавлю, чтобы у меня тут ничего не убежало. Там надо водички добавить. Варится моя курочка. Так, завтра на работу. Наверное, в обед в столовую схожу, а на второй перекус бутерброды возьму. Посмотрим.
Может, йогурт возьму еще. Потому что день длинный, я домой поздно приеду, в 10 вечера. Приеду в 10 вечера, уже ничего не буду есть. Только творожок, кефир и спать. Ну, может, сериал какой посмотрю. Вот, ребятки. В общем, настирала там 5 веревок белья, но что-то вручную стирала, что-то в машинке. Там простыни какие-то, полотенца там немножко были. Так, и теперь у меня все это дело, когда высохнет, у меня будет гора глажки. А у меня еще там комплект белья, по-моему, лежит неглаженное. То есть надо гладить все потихонечку, гладить и убирать по полочкам. Все перестирала летнее. Обувь пока, еще босоножки, кстати, сумку постирала, одну помыла. Может, поездку ее с собой куда возьму. Я обычно с ней езжу, но там есть кое-какие проблемы. Вот, обычно с той сумочкой езжу. Посмотрим в этот раз, с чем поеду, не знаю. У меня две поездки. Надо будет разные две сумки собирать. Потом вернусь, мне будет один день на сборы всего. Ну, да, там полтора, может, дня. Так. Ладно, ребятки, что-то холодно. Закрываю я окно. Так, и мне надо вот сюда водички добавить. Видите, у меня люстра не работает, но у меня там на шкафу подсветка, лампа лежит. Сгорела у меня люстра. Так, надо водички добавить сюда, чтобы у меня бульончик побольше. Ну, вот так вот. Можно вообще целую кастрюлю сделать бульончик, пусть варится. Так, закроем, чуть-чуть прибавим, потом убавим. Теперь воду вылила, воды надо фильтр набрать. Да, дома постоянно делал дофига, уже и чайник помыть надо, и микроволновку, ой, то есть мультиварку помыть, и фильтр для воды уже грязный надо помыть. Но микроволновку еще более-менее редко пользуемся. Так, ладно. Вот сварю сейчас этот вот курочку с бульончиком и все. Так, посолить, не посолить. Так. А, я же воду, еще первую воду надо слить, кстати. Зачем я тогда налила? Надо было воду слить, первый бульон. А я всю воду разофигачила туда. Ну ладно. Так, может, я, конечно, зря не сходила в парк. Ну, так всегда, парк на последнем месте. А должен быть на первом. Потому что надо ходить гулять. Вот. Надо ходить гулять. Ну, ладно, завтра я весь день на работе. Вот, может быть... В субботу, если не будет, ну, в субботу тогда с утра схожу в парк, погуляю, потом пойду на стрижку, на маникюр, а потом, наверное, выйду в прямой, выйду в прямой эфир, вы оцените мою красоту. А в воскресенье я работаю, понедельник, в общем, не знаю, там надо будет как-то в квартире убраться, потом как-нибудь, может, понедельник уборкой займусь. Так... Ну ладно. В общем, все, ребятки, пойду я выложу еще одно видео. Там у нас с утра у меня трансляция была. Еще одно видео выложу. Может, еще одно вечером сниму, но навряд ли. Вечером освещение у меня плохое на кухне. Ну ладно, одно видео за мной. Надо как-то обзор кукол сделать.